Мир может быть уверен в том, что Соединенные Штаты, Республика Корея, Япония по-прежнему привержены достижению полной поддающейся проверке и необходимой денуклеаризации КНДР. США не ослабят санкции до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Напомню, первый в истории американско-северокорейский саммит прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о масштабной программе разоружения КНДР, предполагающей прежде всего отказ от ядерного оружия. США также заявили о готовности прекратить совместные военные учения с Республикой Корея. Комментируя сингапурский саммит, глава южнокорейского МИДа Кан Гён Хва выразила надежду на конкретизацию шагов по денуклеаризации на острове. Министр иностранных дел Японии Кара Тоно в свою очередь указал на решающую роль американского военного контингента в обеспечении безопасности в регионе. Вашингтон рассчитывает достичь существенного разоружения на полуострове в течение 2,5 лет. Майк Помпео также добавил, что совместные военные учения могут возобновиться, если КНДР откажется от конструктивного диалога.